начал снимать Аделина. Разогреваемся, разогреваемся, хорошо работаем. Пошли. Что такое, Игорек, блин? Пойдешь завтра купишь синее себе. Продашь перчатки, купишь синее. Поменяешься. Нормально. Если спорить? Нет, да, только не сиди делать. Так, сейчас я только поставлю эту самую, включу и начну вас мучить. Так, пошли, по 5 минут. По 5 раз заднюю подножку. Пошли, заднюю подножку. Пошли, раз, первый номер. Раз, два, три, четыре, пять. Второй номер. Пошли, раз, два, три, четыре, пять. А теперь в эту же сторону сразу оба. Сразу оба. Пошли, оба, 10 раз, раз. Оба работаем, оба. Два, три.
опускать под пяточку, не под колено, а под пяточку. Получается так, и ты начинаешь бороться, чувствуешь, что тебе противник шлепает, и ты начинаешь в другой стойке бороться. Ты непонятно. Если бы у тебя был захват для двух стоек, я мог бы тебя понять. А вот ты для каждой стойки тебе надо уже 4 приема делать. Ты левша или правша? Правша. Правша борется влево. Все, вперед пошли. Обманывай. Это какой захват? Правосторонний. Или левосторонний. Вот сюда ставишь, смотри, вот сюда. Да? Ну, это Георгий знает больше, чем я. Ты ему ставишь. На грудь ставишь. Сюда? Ну я ему говорю на грудь. А он говорит, Георгий говорит, ниже пояса ставит. Высоко. Я люблю, но мне это мало делать.
ты вам. Влад, а можно переднюю подножку с падением сделать? Это ты отлично делаешь. Сейчас можно. С падением? А как ты, без падения делаешь? Это так, да? Это подсечка, а есть подножка. Показываю. Ничего, сейчас будет еще соревнование 2001 год в октябре. Призер республики, что ты думаешь? Делай! Так делай! Сейчас вспомню. Ой, блин. А ты ему сказал, что будешь делать? Мозгов нет, раз боксом занимается. Я знаю, почему вы этот прием делаете. Потому что это делает Олежка Крепс. И что-то я не видел, чтобы ты его на соревнованиях делал. Ты его можешь сделать, да, если подойдет там новичок какой-нибудь, ты его побабкаешь. А Игорек все эти детские приемы, бедрышки, бедрышки, все. Осталась минута. Мне кажется, так быстрее. Вот смотри на тренера, блин, всегда делал вот эту переднюю подножку, делал подхват, заднюю подножку. Но у меня колено от другой, от бабушки. Никогда спина не болела. Сколиозов не было, блин. Правильно. Я не знаю, правда, почему так физически крепкий парень. Все. Наверное, ты летом, когда работаешь, если ты работаешь, значит, ты неправильно носишь что-то. Наверное, когда гирю зовут, унес, кому одной рукой нес. Понимаешь, когда несешь гирю, то надо нести 16 килограмм не одну гирю, а две. Тогда позвоночник прямой. Вот если ты носишь мешки, например, с луком, поставил одно плечо, одно, второе, вот оно и сколиоз, то есть ты растешь. А если ты поставил поперек, то идет правильно. А Игорек слушает, нет, Игорек слушает. Давай, осталось 30 секунд. Батман. Давай, Батман. Давай, Батман. И что, и какой здесь сколиоз можно поймать? А с ним? От этого? Да. Так я не сказал, что у меня от этого сколиоз. А от какого у тебя? Я не знаю, от чего у меня сколиоз. Может быть, и сравнение. Значит, первый, второй, третий класс, четвертый не было? Не знаю. Вроде тяжелый. Серый, надо смотреть вверх. Все, 40 мате. Сели на колени. Партере ничего вам не даю. Шейку разогреете уши. Партере ничего не даю, потому что показываем, не показываем, все равно не помните. А вот троечку можешь провести в партере. Кстати, Юрий Саныч думает, дзюдо хорошо, а бокс лучше. Потому что все-таки он боксер, а Игорь боксом пошел заниматься. Ну ничего, давно Елена тебе даст троечку. Еще родителям позвонил. Ребят, я еще раз вас прошу. Больной вот здесь. Вы, по правилам. Если с тобой там случается, вот ты больной шел случайно, да, и машину сбил. Все, мне пиндюлей дадут. А
снять, может быть, сразу не снимут, но таких... Вот если ты хочешь, да, чтобы ее уволили, вот под машину бросься. Или под поезд. Все, сели, уши разогрели. Лучше по трехколесной инспекторе асфальт. Аджиме, вот так группы будет мало, чтобы вы знали. Еще пастухов, блин. А мы сейчас найдем человека, который будет ходить за его братом, блин, чтобы он не это. Сегодня что у нас? Саша со своими тренировками. Поставил их 7 часов, потому что там не было. Нет. Георгий, оторви ему все, что можно. Георгий, сейчас я приятеля делаю, начну бороться. Кинч минуте, оставляю его. Ну, подержал 5 секунд. Видишь, он никакой сейчас. Он сейчас думает о том, как бы ему учиться, выучиться. Что ему учиться? Ну, он, я не знаю, он думает, как математику выучить. И кто же, чтобы не спросили, а то... Так, а это к чему опять не пришло? Придется тогда. А это вот модель. 15 человек. Да нахрен я вот этих выгоню всех, блин, наберу еще одну группу, пятую, седьмую класс. Ты пошло все по барабану, блин. Мне сейчас уже поздно. Так, пацаны, стоять, вы стоять туда, в центр. Руки. Эй! Держать же надо, блин. Убери ноги у него в сторону. В сторону ноги убери, блин. И зайди сбоку. Что, Иосиф? Дедушку тяжело, да? И 73, а он 60. Как вам? Бурдушин?
Не считается? Считается, считается. Значит, мешкам считается. Болевой. Вот, оторви ему. На живот ложи. Голову между ног. Голову между ног, как переверни его. Голову между ног. Мате. Мате. Встали, пошли, заправились. Что вам сказать, пацаны? Коронных приемов у вас я не увидел. То есть вы пытались перевернуть так, пытались так, пытались так. А так, чтобы зашел фазер, и все. И человек не знал, что делать. Пацаны, пока Андрей, там все лучше тебя в партере, стоит и борется. Так ты в партере должен иметь один прием, который все должен убивать. Вообще, с черным поясом мастера спорта ходишь. Тебе разрешает тренер? Дай что он перестраивает, перекрашивает. О, Александр Бутыров хороший стоит. Да не борется этот, я вам скажу, что Прибалтика, Украина и Молдова. На тренировке пьешь? Ну, сполоснируй, да. Постарайся, разрешай. И еще, все, россияне приедут, могу сказать, что будет. А, не говорите, россияне слабые. Да. Ну, раз ходят люди, значит, интересные бои. Просто все пойдут сразу вперед. Так, Георгий становится сюда. На Георгия она туда. На Георгия нападает Игорь. После Игоря нападает Короленко, его друг. На Аделина нападает. Нет, ну лучше тебя на Аделина пустим, а Бурдушу пустим на Влада, на Георгия. Раз Георгий будет учиться, то тогда я лучше. Они мне потом будут за проезд деньги возвращать, поэтому мне кажется, это нормально, я смогу отчитаться без проблем. Аделин, да. Ты становишься туда, на тебя идет Игорь Дроне, Игореша, туда, и Иосиф. Иосиф, присаживайся туда. Бурдужа сюда, Сержи туда садись. Сержик, садись, отдыхай пока. Игорюк, встань с той стороны, пожалуйста. Он будет все время стоять, а вы будете как бы меняться. Итак. Сейчас 20 раз делает Юрчикоми. Георгий и этот, как его. Сейчас, одну секундочку. Андрей.